Всем привет! С вами Дмитрий, и это пятый выпуск IT News. Инстаграм представляет невероятно новый способ испытать ностальгию. По мере приближения Нового года вполне естественно, что мы с вами начинаем вспоминать, каким был предыдущий 2021 год. Новая функция дает нам возможность создавать индивидуальное путешествие в течение года, выбрав свои самые любимые моменты из личного архива историй. Функция воспроизведения позволяет выбирать до 10 историй из вашего архива. Если вы хотите опубликовать оптимистическое воспоминание, вы можете выбрать все положительные истории, которые вы опубликовали за год. Точно так же вы можете чувствовать себя более меланхолично и в этом случае выбрать более грустные моменты. Увидев всплывающее сообщение о приложении, предлагающее вам создать свой плейбэк, нажмите на него. После добавьте нужные истории и отправьте их своим друзьям и родным. Они ведь тоже провели этот год вместе с вами. LG представляет самые необычные OLED и LED ЖК телевизоры. LG начинает выставку, анонсировав две новые серии стильных телевизоров, нацеленных на сочетание формы и функциональности. Ну, если это так можно назвать. Объект TV – это OLED-телевизоры, в которых используются более яркие OLED-панели в сравнении с другими моделями от LG. Данной моделью предусмотрен тканевый экран, который может закрывать телевизор и постепенно опускаться, открывая небольшие сегменты телевизора за раз. Сам телевизор расположен на стене под углом 5 градусов, что придает ему вид арт-хаус. Честно, я не могу до конца понять, зачем им нужна штора на экране телевизора. Но, как заявляет компания, вы сможете воспроизводить музыку без необходимости видеть весь экран или просто иметь небольшую строку для отслеживания даты и времени. А стоимость данного телевизора всего 8000 долларов США. Также компания представила автономную модель LG Stand By Me. Она имеет встроенную батарею, прикрепленную к подвижной подставке со скрытыми колесами, что позволяет просматривать телевизор в течение 3 часов без подзарядки. 27-дюймовый дисплей Stand By Me можно наклонять, вращать, поднимать или опускать, чтобы обеспечить оптимальный комфорт, когда вы лежите в постели, готовите на кухне или отдыхаете на диване в гостиной. В остальное время он будет служить идеальным предметом для спотыкания посреди ночи по пути в ванную комнату или идеальным устройством для маленьких детей, которые не видят особой ценности в цветном ящике. Хакеры заставили сетевые хранилища майнить криптовалюту, заразив их вирусом. Тайваньская компания QNAP заявила о хакерской атаке на ее сетевые хранилища данных при помощи вирусов для майнинга криптовалют. Устройства NAS имеют низкую производительность, а поэтому быстро перегружаются. Однако, вместе они способны выполнять сложные задачи в блокчейне. Именно поэтому хакеры их и атаковали. Речь идет о NAS. Это серверы для хранения данных в виде файлов. Такие устройства не нуждаются в большой производительности, поэтому даже флагманы QNAP работают на процессорах Intel Celeron начального уровня. Однако, вместе сетевые хранилища могут выполнять сложные задачи. Если вредоносные программы украдут хотя бы половину мощности для добычи криптовалют, работоспособность системы значительно снизится. После заражения NAS загрузка центрального процессора становится необычно высокой, когда вредоносный процесс занимает около 50% от общего ресурса. Пока не ясно, взломали хакеры серверное устройство при помощи найденной уязвимости или просто подобрали пароль к одной из систем, подключенных к интернету. Также компания не раскрывает, когда впервые появилась вирусная программа, как именно заражает хранилище и распространяется между ними, а также сколько всего устройств было взломано. Известно лишь то, что она маскируется под процесс ядра. Microsoft показала, как будет выглядеть рабочее место в скором будущем. Компания Microsoft представила проект FlowSpace Pod. Многие офисные сотрудники в наше время сочетают работу дома и в офисе. Компании могут предложить сотрудникам, проводящим в офисе часть рабочего времени, работать в таких капсулах вместо обычных рабочих мест с компьютером. Проект FlowSpace Pod показывает, какие условия лучше всего подходят людям для работы в гибридном режиме. По замыслу создателей, капсула создает уют для людей и помогает им сосредоточиться на выполнении рабочих задач. В данной разработке имеется маленький стол, удобное кресло, большой экран, положение которого меняется, потолок, задняя стенка и выдвижные боковые панели, а также приятная подсветка создают для человека ощущение личного пространства. Проект FlowSpace Pod создан отделом Microsoft Office, а главным дизайнером стал Энтон Эндрюс. Команда Microsoft выпустила новую тему для Windows.
Pantone Color of the Year. Microsoft, вдохновленная главным оттенком грядущего года Periwinkle Blue. Pantone Very Pyre – это динамичный цвет с фиолетово-красным тоном. По мнению команды Windows Design, этот цвет вдохновит пользователей на творчество и самовыражение. Одновременное сочетание доверия и надежности, которое дарит голубой и фиолетовый цвет в сочетании с идеальным фоном для креативного решения повседневных задач. Друзья, по статистике YouTube 26% зрителей смотрят наш канал из Украины. Специально для вас мы запустили канал Hetman Software на украинском языке. На этом канале мы также показываем видео на тему восстановления данных, настройки ПК и операционных систем, исправления ошибок, очистки от вирусов и многое другое. Переходите и подписывайтесь, ссылка всегда в описании. А на этом все, всем спасибо за просмотр, до новых встреч! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям.